Сегодня у нас праздник, мы отмечаем уходящий 16-й год. Вот, детки, все наши группы собрались, идет эстафета между детками, соревнования, все праздничное настроение, прекрасно себя чувствуют, замечательно. И хочу похвастаться, что 16-й год для нас закончился, в общем-то, прекрасно. На 20 спортсменов стало у нас больше в группах. В легкой атлетике 2 призера Украины вот мы имеем. На 5 групп, и на 5 групп прибавили. 2 группы гандбола и 3 группы волейбола. Приобретено 2 яхты в этом году, 16-м, 7 байдарок и спасательная лодка с мотором. Это уже большое дело. Спасибо нашему руководству Машкину Шевченко, вот, которое нас поддерживает. Спасибо громадное. Вот, благодаря нашему руководству, в общем-то, мы все это дело имеем. И спорт развивается в Корабельном районе. Благодаря нашим спонсорам, нашим начальству, нашему большое спасибо. Никотера еще могу отметить, что Никотера приобрела нам плот, вот на котором, в общем-то, можно будет уже размещаться. Это тоже громадное спасибо. А плот для чего? Это спасательный плот или для сплавления? Для того, чтобы садились на байдарки, на яхты, детки могли садиться. Вот. То есть больше стало места, где они могут переходить на те же байдарки и на яхты. Вот такой плот. А сколько потрачено денег? 70 тысяч потрачено Никотера на этот плот. А на 2 яхты? Вот. А я цифры точно не могу сейчас сказать. Ну, кроме этого, ремонт, большие ремонты у нас делаются. В яхт-клубе уже 10 лет делался ремонт. Сейчас крышу и пол постелили новый. Уже большое дело. Раздевалку сделали. Вот. Это спасибо тоже нашему участию. Большое спасибо. То есть это руководство, это федерация руководство, спорта, да? То есть это финансирование? Управление физического воспитания спорта города Николаевска. Города Николаевска. Хорошо, детки какого возраста и вообще? Разного, абсолютно разного. Но самые маленькие какие приходят, а в какие секции? Ну мы вообще планируем, мы уже вели переговоры, что футбол, Куянов такой приходил к нам, один мальчик, неплохой футболист, и предложил, что с детского садика будут приводить и давать школу футбола. Тоже интересный момент, потому что с утра у нас не очень загружен спортзал, и это было бы перспектива развития. То есть футбол на вашей базе, на базе ДЮСОК, а не... Да, на вашей базе. И еще прибавилось один вид спорта, бокс. Вот, так что, если есть желающие, пожалуйста, вторник, четверг на 3 часа. Поздравьте тогда всех с наступающим Новым годом. Что пожелаете в следующем году своим руководством, своим тренерам, детям? Так же было, как в 16-м. Дай Бог, чтобы даже лучше даже не надо. Пусть будет в 17-м, так и в 16-м. Дай Бог всем удачи, здоровья. Самое здоровье, главное здоровье. Вот, нашим спортсменам здоровья. Мы для того и работаем. И здоровье. Пункт, который мы должны выполнить. Так что всем с Новым годом. Спасибо.